Торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов, объявляется открытым. Первые паспорта учащиеся Щелковской гимназии номер 2 получили из рук заместителя главы администрации городского округа Щелково по социальной политике Дмитрия Толмачева. Получив документ, у вас появляется дополнительная ответственность. Мы гордимся вами и сегодня хотим вас поприветствовать. Очень символично, что сегодня именно вы получаете этот документ. С праздником! Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации проходит в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России». Ее запустило движение первых. Программа «Мы – граждане России» является важным элементом воспитания патриотизма. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждый из вас как можно больше открыл для себя пути на пути своей самореализации. Ведь уже сегодня движение открывает для вас много направлений. С главным документом в руках 8 ребят под аплодисменты родителей и педагогов перешагнули черту детства и вступили на широкий путь взрослой жизни. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.